Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Porter 2006 года выпуска. Это первый Porter. На нем мы заменим трубку гидроусилителя на рулевой рейке. Протерлась, видать, там пытались изолентой замотать ее, она все равно подтекает. Трубка обратки с рейки. Заказали новую оригинальную. Сейчас поднимаем. Снизу покажу, где она стоит. Сливаем масло и снимаем трубку. Поднимаем автомобиль. Автомобиль поднял. Вот она. Подсветил здесь, чтобы лучше было видно. Вот она трубочка. Идет. Получается, крепится она вот на этом кронштейне, но перетерлась вот здесь вот на углу. Человек пытался замотать изолентой, хомутом притягивал. Ничего не помогло, все у него здесь бежало. Радиатор весь забрызгало. Надо будет радиатор еще мыть. Ну что, берем, откручиваем, снимаем хомут и откручиваем штуцер, гайка на 17. Открутил ключиком на 17. Там резиночка уплотнительная. Поднимаем. Сейчас у нас побежит масло. Все, сливаем масло. Снимаем трубку и ставим новую. Масло мы менять будем, заливать новое. Трубку использовать будем оригинальную. Номер трубки вот такой вот, 57 574 Б 001. Вот такая вот. Трубку я снял, одел новую, наживил ее здесь на рейку. А хомут вот этот, который дополнительный стоит, мы его поставим и крепим нашу трубку. Затягиваем штуцер. Все, подтянули. Здесь я поставил один хомут родной. Вот он. И трубку закрепил на штатном месте, где она должна стоять. Все, сейчас снизу мы берем, смываем масло. Это очиститель карбюратора. Мне нравится, как он смывает все это. Продуваешь, и маслянистых пятен не остается. Понятно, что здесь надо все мыть. Но это уже керхером загонят машину. Снизу смоет все. Сейчас компрессором сдую, камеру уберу, чтобы не обрызгать. Все, сдул я.
Вот так вот выглядит. Теперь опускаем автомобиль и заливаем масло. Вот находится наш бачок под пассажирским сиденьем. Бачок гидроусилителя. Масло Hyundai ATF SP3, оригинальный номер 045-00100. Заведем автомобиль и будем заливать дальше. Сейчас прикрою, чтобы воздухом не плюнуло.